Здравствуйте, я Ариф Экбал. И с вами новости на WNS. Привет, Ви. Как дела? Я думал, мы уж не встретимся после всего, что было. Да не будь ты занудой, а? Не говори глупостей. Ничего не слышала про облака? Как у них там? Да ничего интересного. Новые условия. Все как-то пытаются адаптироваться. В том числе и я. То есть пока не получается? Да нет, почему? А что там у Шельм? Сходки, идеи? Все как обычно, да? Не знаю. Я с ними почти не пересекаюсь. А что так? Да ничего нового. Бесят они меня. Вот и все. Ты как будто загрустила. Да нет. Джуди. Давай не будем про облака, про Шельм, про Росаку с Мелитехом и про то, что мир катится в сраное говно. Я не хочу сегодня думать о плохом, если можно. Ладно. Рассказывай теперь, что мы тут делаем. Слушай, я последнее время много экспериментировала с виртами и придумала, как записывать дорожки двух актеров одновременно. Хотела с тобой это протестировать, если ты не против. А что мне надо делать? Ничего особенного. Просто писать для меня брейн-данс. И все? Ну, погоди. Что значит «и все»? Может, это будет моя лучшая работа за всю жизнь. Как ты совместила две отдельные нейродорожки? Сначала я пыталась создать единый профиль из двух потоков данных. Но, как ты понимаешь, получилась херня. Наверное, все спуталось. Интерференция, белый шум. Ага. Эффект был как в плохом артхаусе. Но я же упоротая, я так легко не сдаюсь. Потом я все-таки вычленила отдельные чувства. Хотя и не сразу. То есть главное загрузить их на отдельные нейродорожки? Неплохо. Снимать вроде можно где угодно. Зачем было ехать именно сюда? Это дом человека, которого я когда-то знала. Теперь он стоит пустой. Я тут иногда останавливаюсь. То есть мы будем писать в доме? Нет, мы будем писать под водой. Я против. Не соглашайся. Пусть ищет другого подопытного кролика. Ну как? Ты в игре? Что тебе не нравится? Не знаю. По-моему, сама идея тупая. Я как подумаю, насколько там темно и глубоко,
У меня сразу на лбу, которого нет, выступает пот, блядь, который я не выделяю. Ты можешь просто остаться на берегу. Конечно, в игре. Супер. Тогда пошли. Все железо у меня здесь. Окей. Переодевайся, салага. Давай установим тебе скроллер. Вода ядовитая. Это не страшно? Для того нам и нужны костюмы. Ты бы хоть сначала спросила, умею ли я плавать. Не боишься, что я пойду на дно, как мешок с камнями? Может, пойдешь, а может и нет. Я готова рискнуть. Классно смотришься в гидрокостюме. Даже не пытайся. Ну ладно, погнали. Ледяная вода, жди меня. Ну все, мы готовы. Сначала ты. Не отплывай далеко и старайся погружаться медленно. Все-таки, куда мы плывем? Куда-то на среднюю глубину. Там темно, но течение не сильное. Должно быть безопасно. Хочешь точные координаты? Нет, не надо. Просто буду держаться рядом. Ну и отлично. Как я понимаю, вирты для тебя не просто способ срубить бабла. Само собой. Это же как, например, картины или песни. Их пишут, чтобы вызывать эмоциональный отклик. Но для этого, в общем-то, и существует искусство. Вот именно. Искусство — просто триггер для эмоций. А брейн-данс — это и есть сами эмоции. Смотри прямо на меня. Супер. Так, сигнал нормальный. Теперь помоги мне еще кое-что проверить. Надо настроить технику. Сперва датчики движения и запись. Поплавай вокруг меня. Движение синхронизировано. Давай, плыви назад ко мне. Теперь проверим звук. Я тебе напою песню, а ты скажешь название. Слышишь меня? Я вроде нормально тебя слышу. Надо, чтобы звук был идеальным. Отплыви подальше. Знаю, это Сарантино. Он ли ее? В яблочко. Все, с калибровкой закончили. Что теперь? А теперь я покажу тебе кое-что классное. Приготовься. Теперь держи крепко, не отпускай. Погружаемся. Лет назад тут жили люди. Да,
Припоминаю. Корпа из Найт-Сити решила построить тут дамбу. На мнение людей просто забили. Дома, детские площадки. Все затопило. Тебя что-то связывает с этим местом? Угадал. Я здесь выросла. Не приезжала с тех пор, как Лагуна Бенд перестал существовать. Зачем ты это мне показываешь? Хочу получить определенный эмоциональный отклик. Мне кажется, это идеальное условие для эксперимента. И почему они идеальные? Потому что я надеюсь, что ты воспримешь весь набор чистых эмоций, которые рождает у меня этот город. Они должны вызвать у тебя какую-то реакцию. Вот ее я и хочу уловить. А мне нравится. Поплыли. Я столько раз представляла, как возвращаюсь сюда. У меня ушло много лет, чтобы на это решиться. А чего раньше не приезжала? Хороший вопрос. Я могла бы сказать, что у меня не было времени, техники, настроения. Но вообще, сама идея казалась мне странной. Странное место для фото в рамке. Да вынесло течением из какого-нибудь дома. Что-то можно разобрать? Не то чтобы. Смотри, какая штука. Похоже на старую фотокамеру. DPI 350. Можно сказать, раритет. Это хорошо? Ты что? Офигенно. О, кажется, это отвалилось от этой твоей бургерной. А, для тебя вкус детства – это хот-доги в Капитане Кальенте с острым соусом из хабанера. И, конечно, вкуснее всего они были, если стащить их с прилавка. Назвался Кальенте? Будь добр делать соус, который прожигает насквозь. Тут что, был каток? Откуда? Мы гоняли на роликах прямо по асфальту. Альварес, где ты там? Мы без тебя проигрываем. Иду! Сейчас мы им наваляем. Ты будешь со мной встречаться? Извини, я побегу. Меня зовут. А где твои родители? Своего отца я не знаю. Мать умерла, когда я была совсем маленькой. Я ее не помню. Когда смотрю на ее фото, я вижу... чужого человека. Джуди, Джуди, сирота на блюде. Альварес такая бедная, что и даже на родителей не хватило. Что это было? Какие-то голоса. Голоса? Я никого не слышала, кроме тебя. Расскажи про своих дедушку с бабушкой. Они тебя любили?
У деда была техническая жилка. Он меня всему научил. Он еще всегда такие истории рассказывал. Я могла сидеть и часами его слушать. А бабушка была взрывная. Быстро злилась и моментально остывала. Взрывная, говоришь? Ясно. Судя по всему, у вас это по наследству передается. Понятия не имею, о чем ты. А куда они переехали? В Найт-Сити? Да, на пару лет. Сняли ту квартиру, которая сейчас моя. Но этот город они терпеть не могли. Переехали потом в Орегон. Я их иногда навещаю. Вот, возьми камеру. Лучше пусть будет радовать тебя, чем зарастать илом. Ого, спасибо. Поплыли дальше, Джуди. Есть, капитан. Следуйте за мной. Мы здесь ищем что-то конкретное? Нет, просто смотрим, что тут есть. Мне почему-то тут очень спокойно. Такое чувство, что мы вне времени, в каком-то пузыре. Еще немного побудем и поплывем дальше. Смотри-ка, даже не знаю, что может быть более бесполезно в подводном мире. Вода в бутылке. 5 баллов, Джуди, 5 баллов. Знаешь, что я не понимаю? Почему жители оставили машины, когда уезжали из города? Эй, я, по-твоему, такая старая? Этим развалюхам лет 50, не меньше. Они тут стояли, когда я пешком под стол ходила, и выглядели не намного лучше. Зато было удобно играть в Макстаг и Киберпсих. Смотри-ка, не твоя? Бедная. Блин, пролежала тут одна 20 лет. Так значит, твоя? Нет. Это кукла Дженни Чапман. Ты отобрала у нее куклу? Да нет. Спрятала. Я была жестокой. Спрятала? Зачем? Я считала, что только лохи играют в куклы. На самом деле, просто пыталась привлечь ее внимание. Прикинь, когда-то слово «кукла» значило игрушку, и ничего больше. Давай посмотрим, что дальше. Ага, как раз покажу тебе кое-что. Ты не представляешь, как странно плавать там, где... Где ты бегала в детстве, пока вокруг текла обычная жизнь. Да, немного представляю. А церковь не изменилась. Она всегда была старая и выглядела, как будто ее забросили к нам с другой планеты. И у нее были треснутые колокола, поэтому они звучали довольно жутко. Хрипло так. Странно, я про них вообще не помнила, а сейчас как будто их слышу. Не знаю, как это может быть, но я тоже слышу колокола. Да? Ты слышишь мои воспоминания? Наверное, побочный эффект. Закрыто. Жалко. Да погоди. Можно поискать какой-нибудь другой вход. Я только за. Тебе нравилось ходить в церковь? Чё думаешь, я туда ходила? Я вообще не обращала на нее внимания. Стоит себе и стоит. Когда мы узнали, что лагуну Бент собираются затопить, то все пришли сюда и обсуждали, как этому помешать. И я нашел пролом. Кажется, через него можно проплыть. Жди меня.
однажды забралась, когда никого не было. Встала у алтаря и начала представлять, что думает священник, когда смотрит на тех, кто пришел на службу. Я не понимала, как у него получается читать мысли и все знать про людей. А потом, как заору, мне захотелось послушать эхо. И тебя не выгнали? Я сама убежала. Там было такое эхо, что я чуть не обосралась. Подумала, что это голос моей совести. Я очень стыдилась того, что мне нравится одна девчонка. Женя Чапман. Ви, пожалуйста, прошу тебя. Ну, ёб твою мать. Ты жив. Что случилось? Ты отключился. Как ты смогла меня вытащить? Не знаю, не думала. Как-то не до того было. Осторожно, не спеши. Короче говоря, ты спасла мне жизнь. Спасибо. А я говорил, что плавать в ядовитые лужи – плохая идея. Если б меня еще кто слушал. Ядовитые лужи – это твой конструкт? Ты его слышишь? Ну, не то чтобы. Просто в моей голове появилась мысль, которая была не моя и не совсем твоя. Не обращай внимания на его трёп. У нас... сложно. Да о чем отношения с тобой говорить? Думаю, тебе пока нельзя садиться за руль. Я тоже подустала. Машину вести не хочется. Может, останемся на ночь? Что думаешь? Где останемся? Здесь? Я не понял, ты хочешь спать на берегу? Нет, зачем на берегу? В доме. Я там ночую после погружений. Что скажешь? А почему бы и нет? А чей это все-таки дом? Ты сказала, что знала хозяина. Один наш сосед ни за какие деньги не хотел уезжать из Лагуна Бенд. Хорошо, полицейские успели его вытащить, пока не пришла вода. Он построил себе домик, чтобы жить поближе к лагуне. Но потом заболел. Тогда вода была гораздо более ядовитая. Ты, наверное, замерз, да? Сейчас сварю кофе. Ты какой пьешь? С молоком и сахаром. Любишь все и сразу? Ой, забыла включить генератор. Генератор? А что дальше? Джакузи? Финская сауна? Нет, но водопровод работает. Давай я.
Тебе сейчас лучше отдохнуть. Я буду очень осторожен. А вот передатчики эмоциональных волн можно отрегулировать получше. Пару раз импульс от тебя был блеклый, как бы. Готово! Все, можно открывать твой спа-салон. Будь осторожна. Конечно. Черт. Джуди! Ты что-то сказала? Я не расслышал. Что-то случилось? Нет. Не гони, Джуди. Мы с тобой все еще сонастроены. В облаках все плохо. Гондоны из тигриных когтей отомстили за Хироми. Перестреляли почти всех. Том погиб. Роксана еле выбралась. Дом закрыли, и неизвестно, когда откроют. Ни говорить, ни думать об этом не хочу. Я не хотела тебе говорить. Ты бы подумал, что я тебя во всем этом обвиняю. С чего ты взяла, что я бы так подумал? Не знаю. Прости. Давай закроем эту тему. Пойду прилягу. Совсем вымоталась. Эта тёлка меня бесит. Давай сматываться. Только смотри, не разбуди ее. Чем тебе не нравится Джуди? Ты видишь, как она заботится о людях и чувствуешь себя самовлюбленным мудаком? Она какая-то ебанутая. Отказывается выйти в дверь, выпрыгивает в окно, а потом ломает ноги и изображает удивление. Признай, она напоминает тебе Альт. Да ёб твою, нет. Альт и наши с ней отношения — это, в принципе, другой уровень. Давай свалим отсюда нахуй, а? Так не делается, Джонни. Сам вали, если хочешь. Я не оставлю Джуди одну у черта на рогах. Это каким говном надо быть? Я не могу с тобой говорить, когда ты впадаешь в сантименты. Пустая трата времени. Иди лучше спать, а то опять посремся. Посидишь со мной немного?
Я наконец сварила Доброе тебе утро. Кофе. Знаешь, вчера мне казалось, что я решилась. Я же вообще позвонила, чтобы попрощаться. Город меня переживал, а теперь выплевывает. Все-таки этот город не для всех. Я тут вырос, думал, что успел привыкнуть, но... Но что? Теперь мне и самому уже хочется свалить подальше. Только время еще не пришло. Дай мне руку, Ви. Поздравляю. Вы получаете неограниченный доступ к моей квартире. Во! Хочешь, чтобы я переехал? Смотри сам. Можешь просто приезжать под настроение. Даже не знаю, что сказать. Со мной такое в первый раз. Спасибо за доверие. Береги себя, Ви. То есть это все? И мы больше не увидимся? Ты же еще буквально минуту назад сомневалась. Нет смысла тянуть. Мне хочется тут еще побыть пару дней. А потом уеду. Я рада, что мы подружились, Ви. Пока. Будешь вспоминать меня? Звони. Пока, Джуди.
Rock Radio. I'm here as... What's up, Night City? Vamos a llenar esta ciudad de puro perreo. Как там Джейк? Живой? Пока живой. Мы остановили кровотечение, но без этого импланта... Что происходит? Джейк ранен. Тяжело. Ему нужна новая почка прямо сейчас. Проблема в том, что у него серповидно-клеточная анемия, так что имплант нужен особый. Как ты понимаешь, в пустошах такой достать будет нелегко. Кто это с ним сделал? Стилеты? Да. Мы в этот раз победили. Но большой ценой. Джейк поймал осколок. На полдюйма ниже жилета прошел. Не повезло. Еще не поздно его спасти. Но время уходит. На Эд-Сити запросто можно добыть имплант. Вопросов задавать не будут. Это да. У Дакота есть человек в одном госпитале. Сказал, сможет выручить. Ну и? Но сначала нужно попасть в город. А в лагере ты видишь что? Стилеты могут вернуться в любую минуту. Каждый человек на счету. Короче, Ви, ты понимаешь, к чему этот разговор? Спрошу прямо. Поможешь нам? Можете на меня положиться. Я знаю, Ви. Человек Дакота работает в госпитале в маленьком Китае. Тебе надо только забрать имплант. Деньги переведем по другим каналам. Ясно. Ну, до встречи.
Эй, ты там! Ты от Дакоты? Ну да. Имплант у тебя? Да, вот он. Дайналар суперпочка. Версия для анемичных. Все как договаривались. Деньги придут. Да, да, позже, я знаю. Мне пора. Ну, когда бывало легко. Не стреляй! Не стреляй! Не буду, если объяснишь быстро и четко, что за херня. Меня подслушали, полиция. Разговор с Дакотой, меня заставили! Ха, врешь. Копы не стали бы так стараться из-за одного простого импланта. Нет, я не вру. Говорят, облаву ведут по Найт-Сити. На всех, кто на стилетов работает. Но Дакота же, да? Ладно, неважно. Ты не поймешь. Отпусти меня! Умоляю, я не хотел в это влезать. У меня не было выбора. Говори честно, в этом импланте кто-нибудь копался? Я точно тогда не знаю. Тогда хорошо подумай. А то придется на тебе его проверить для спокойствия. Это копы. Копы записали вирус. У меня есть оригинальная прошивка вот здесь, на этой щепке. Надо только заменить. Во-первых, не навреди. Слышал такое? Слушай, ну это же не моя идея. Я не хотел. Так себе отговорка. Только поработал. У меня имплант для Джейка, только осторожно, на нем вирус. Нужно заменить прошивку, вот щепка. Хм. Ну что ж, кочевникам всегда особый сервис. Спасибо за бдительность. Приходи через пару часов, тогда все будет ясно.
Что с Джейком? Поправляется понемногу. Еще день-два и встанет на ноги. Я очень рад. Спасибо тебе, Ви. От меня и от всей семьи. Привет, Ви. Как ты? Да нормально. Я тут подумал, не хочешь заехать к нам вечерком? У Джос появилось желание замутить настоящий семейный ужин. А, значит, ты все-таки про меня не забыл. Надо было кое с чем разобраться, сестре помочь. Рэнди еще в больнице. Кому-то надо смотреть за детьми, когда Джос его навещает. Забей, можешь не объяснять. Ну да. Ну так что, тебя ждать? Как тут отказаться? Вот и прекрасно. Тогда мы с Джос ждем тебя. До встречи. А? В чем дело? Покажи, что ты продаешь. Самые суровые стволы во всех пустошах. Ты же за ними вернулся. Слышал про Сантьяго. Он тоже был кочевником. Когда-то давно. А ты слышал об Иисусе Христе? Почему все вдруг вспомнили про Сантьяго? Приятель мой как-то с ним работал. Приятель, видать, в возрасте. Ну, Сантьяго — это человек-легенда. Конечно, он не образец для подражания, но такое тогда было время. Но ты его, видимо, такой уж легендой не считаешь. Кочевник он был городской, и нашим, и вашим, короче. Только ведь так не бывает. Либо ты хранишь верность своей семье, либо нет. А верность друзьям за настоящую не считается? Считается, только на ней Сантьяго и погорел. Он погиб, потому что один придурок решил уничтожить Арасаку. Хороший друг. Слышал про Сантьяго? Ну...
Ну сколько еще?